виступу на нашому мітингу лідера ініціативної групи Володимира Карамзіна. Доброго дня, уважаемые сограждане, земляки, люди, которым не все равно, что происходит у нас на микрорайоне. Что я хочу сказать, что у каждого человека есть свои особые места, ну, можно назвать это святыми местами. Это отчий дом, где он родился, где он вырос, это земля, которая находится рядом с ним. Это дети, которых он растит на этой земле. И все это приводит к тому, что человек должен чувствовать на себя на своей земле хозяином. Можем мы сказать о том, что мы хозяева своей земли? Ну, это лишнее подтверждение, хоть и недружное, но согласитесь, что это верно. Так мы сказать не можем. Почему? Да. Значит, начиная с 2004 года, пока сознательная и думающая часть населения ходила по выборам, пыталась искать новых лидеров для управления страной, другая думающая часть населения искала и находила возможности одурачить нас с вами. И поверьте, они нашли способы, как это сделать. Еще в 2010 году, во время предвыборной кампании, бывший мэр нашего города, господин Глухов, организовывал встречу на территории второй школы. Я присутствовал на этой встрече и задал на тот момент Глухову прямой вопрос. Что происходит напротив? Что делает здесь я, клуб «Посейдон»? Что за строительство ведется на территории, где десятками лет отдыхали наши деды, наши отцы, наши дети? Вы знаете, что он ответил? И этому есть свидетели. Это было выступление официально с камерами. Но почему-то ответ его не показали. Он ответил, что у вас еще есть место. У вас есть, я говорю, там болото. Он так и бить себе в болото. Ну и вот, пожалуйста, это справедливость. Так вот, дорогие мои, за справедливость нужно бороться. Я предоставляю слово людям, которые активу нашего микрорайона, активу города, который не остался равнодушным, пришли, и они сейчас скажут свое отношение по этому вопросу. Дякую. Давайте запросимо одного из старожилів мікрорайону Рейвівка, яка ще тут висаджувала дерева, які зараз, на жаль, зрубали. Запрошуємо до виступу Аліну Комарову. Не буду. Я тут живу всю свою сознательную жизнь. И я действительно вот училась в этой школе. В старших классах у нас была акция, мы, значит, выпускники высаживали вот этот, был, ну, назвать сейчас его нельзя, сквером, с редкими деревьями. И за пляж речь шла уже давно. Это не значит, что мы сегодня вышли первый раз. Каждый раз, когда проходили выборы очередные, речь о пляже возникала снова и снова. И вот на последнем выборе мэра и местные депутаты, мы подходили сюда подъезжал Глухов. И возник вопрос о пляже. Мы, значит, тоже спрашиваем, как же быть с пляжем. Он говорит, а тут пляжа вообще не было никогда. Это дикий пляж, он, значит, неофициальный. И здесь нет спасателей. Вы едете в город. Вообще интересный такой вопрос. Во всем мире ездят отдыхать за город. А мы, живущие за городом, должны по какой-то странной
процедуре нашего руководства ездить почему-то наоборот, в город, на пляж. Здесь ведется еще незаконное строительство. И я так думаю, в ближайшие годы, когда еще вот здесь будут строить особняки, у нас вообще не будет места подойти к Днепру. Потому что там, где массив дачный, там тоже не разрешают жителям Реевки пользоваться пляжем. Здесь останется только огородить забором, и мы будем видеть пляж только в бинокль. И пляж, и Днепр. Так что от нас, только от нас зависит то, сможем мы вообще иметь вот выход к своей речке, возле которой мы прожили всю свою сознательную жизнь. Нельзя останавливаться вот на одном этом выходе. Сколько нужно, столько нужно бороться и добиваться своего. Мы что, живем здесь как в резервации? Так и в резервациях у индейцев льготы по налогам. А у нас вообще ничего нет. Мы хуже индейцев. Дякую, дорогі друзі. Нагадаю, також сьогодні ми направимо лист до президента України, в якому окреслимо проблему, що склалася. Я гадаю, кожен з вас вже підписався у цьому листі. А я хотів би запросити до мікрофону ще одного жителя Ревівки, Любов Удовицьку. Я хочу обратиться к жителям города Кременчуга и, в частности, к жителям нашего небольшого микрорайона Реевка. Вы знаете, наверное, не найдется среди нас человека, который бы равнодушно наблюдал за тем, что в течение нескольких лет творится у нас на Затоне. Лет 10-15 тому назад, если бы даже в страшном сне, наверное, не могло привидеться, что это прекрасное место отдыха у нас отберут. Здесь отдыхали все. Отдыхали бабушки со своими внуками, отдыхала молодежь компаниями, вот, молодые семьи с детьми. Места хватало всем. В выходные, в субботу и воскресенье постоянно подтягивались какие-то веренички народа с Реевки, с центра нашего города. Все были довольны этим местом. Относительно чистый песок, много зелени, отсутствие, кстати, зелени в самой воде, возможность порыбачить, возможность взять на прокат катамаран. Это все привлекало очень многих. И вдруг в какое-то время взялись люди, которые решили, что это все можно у нас отобрать. Это все происходило, конечно, очень цинично. Никто не спрашивал нашего мнения, никто не проводил никаких опросов, тем более не говоря уже о референдуме. Просто, наверное, решили, что этот участок нам не нужен. Или знали наперед, что народ, конечно, будет против. Я хочу сказать еще о том, что какое-то время здесь раньше существовали кружки. Сюда приходила молодежь, школьники. Существовал яхт-клуб, в котором обучалась молодежь азам морского дела. Были организовывались даже походы, экспедиции вниз по Днепру, в сторону Херсона, Запорожья. Дети были очень довольны. Сейчас мы этого ничего не видим. Мы сейчас видим только вот это красивое здание «Посейдон» в стиле последних современных строительных технологий. Много асфальта, несколько охранников, которые ходят постоянно по этой территории. Длиннющий забор вдоль этого здания, который заканчивается на уровне береговой линии, что тоже явно всупереч, так сказать, с нынешним законом идет. И больше ничего. Для нас, для кременчужан, это просто мертвая зона.
мертвая зона. Мы постоянно ездим по этой дороге, мы постоянно смотрим в эту сторону. Здесь не происходит никаких событий. Если здесь и отдыхает кучка людей, это очень маленькая кучка людей. Раньше отдыхала здесь пол Кременчуга, я без преувеличения это говорю. Здесь отдыхало тысячи людей. Мы хотим обратиться к нашей власти. Во-первых, я хочу сказать о том, что мы протестуем. Все население Кременчуга и, в частности, наш микрорайон. Мы хотим обратиться к нашей власти, к правозащитным организациям, органам, к природоохранным, экологическим, экологической прокуратуре. Ведь столько у нас всяких есть организаций. Вот, пожалуйста, обратите на нас внимание. Пожалуйста, отдайте нам этот красивый уголок природы для отдыха нашего населения. Вот. И благодарность еще хочу высказать нашему депутату Карамзину, который взялся за это нелегкое дело. Не сказала еще то, что мы, население Реевки, мы и так во многом обделены. У нас нету хороших дорог, у нас почти нету освещения на некоторых улицах. Пожалуйста, не возвратите нам хотя бы наш пляж. Добрый день, наши земляки и жители, которые мы живем здесь на Реевке. Ну вот это просто. Лапша на уши. Ну как так? Когда начинали построить Посейдон, нам принесли информацию, что здесь, да, ну пускай будет техклуб, такое надо, может. Но сказали, что облагородится пляж, сделается там... Нормальные будут, за ним присмотр, ну, может, будет какая-то умеренная плата, мы не против. Но когда же это все началось, а потом тупо загородили, а народ по боку получается. Ну, почему мы выросли здесь, мы, наши дети, а внукам кто-то решил, что а внукам не надо уже ходить. А им пускай где-то они там, бог знает где там. И вот начинается там уже вот Бабенко, там это не наша территория, это район, считается. Но там тоже дачи были, а Днепра там проход был, и там пляж небольшой дальше был. Сейчас уже тоже дачи сюда шуруют, и забор сделали по дачах, аж в воду. Уже не пройдешь туда, до пляжа. Ну это что же, как же, не годится же это все. Все надо, понятно, пускай будет. Мало того, что, как говорится, здесь была морская школа, дети занимались и водолазной, и водомоторная секция была, модельный участок был, и мы сюда ходили. Это все, ну уже ж пляж хочет ставить, это же мелочь. Так у нас как, что получается, что мы не созидаем и строим, а ломаем и продаем только. А если продавать все, это же деньги, они не бесконечные, они же... Сами знаете, как здесь и дома прибыли нету, то это продажа. Можно все продать, оно потом и деньги кончатся, и останутся без ничего. Дякуємо. Запрошуємо до слова Віталія Дяченко. Він сьогодні теж з нами. Віталій Дяченко, будь ласка. Добрий день, громадяни Реївки. І других небайдужі люди, які зібралися на нашому мітингу, який присвячений визволенню нашого місця, відпочинку. Я хочу сказати, зверніться до людей і спитайте. Вам потрібен оцей яхт-клуб, і чого він називається яхт-клуб, я не знаю. Які тут яхти можуть бути? Давайте називати речі своїми іменами. Це проста лодочна станція, яка захватила таку територію дуже велику. І що саме прикро, що захватили наше місце у відпочинку, улюблене. Чому так склалося? Навірно, це треба спитати у наших тих людей, которых мы выбрали на выборах, які були головою, от, і розрішили тут ставити оцей яхт-клуб, який потрібен 20 людям, які ставлять чорнові човни тут паркують.
Я виріс на цьому місці. І я прийшов не за гроші, не за... Я прийшов сюди для того, щоб ті люди зрозуміли, наскільки потрібен нашим людям оцей клаптик землі, де можна було, це був єдине місце, де можна було відпочити на пісочку з своїми людьми, з своїми дітьми, своїми батьками. От. І зараз у нас ми лишені цієї можливості. Далі вверх по течению у нас болота, вниз по течению у нас каміння. Тут був піщаний берег, Богом создана манна небесна, і в нас отак її попросту відбрали. Те, що якісь там йдуть на вокруг ігри, прошу на це не зважати увагу. Прийшов сюди, і багато моїх друзів прийшли тільки для того, щоб нам віддали наше місце відпочинку, розгородили, забор убрали, і щоб ми мали вільне місце проходу до нашого місця відпочинку. Я хочу обратитися к хозяину визиту. И также он является хозяином Посейдона. То, что они могут все это вырезать, мы все с вами это понимаем. И потому я хочу сейчас обратиться к нему. Знаете, каждый вечер мы включаем телевизор и мысленно будем думать о вас. На двух микрорайонах здесь 10 тысяч людей. У этих людей есть друзья, которые живут во всех концах города. И каждый этот негатив передаст друг другу, и все выльется на ваш бизнес. Имейте в виду, вы сюда пришли только за деньгами. Вы рекламируете, каждый день идет реклама, будете нас катать, будете услуги нам делать. Да, мы это хотим. Мы хотим здесь у вас, может быть, отмечать свои дни рождения, но вы же поступили варварски, так некрасиво. И вот я лично своим выступлением хочу донести к вашему сознанию, что если все каждый вечер о вас будут думать плохо, я не хочу говорить, что мы будем вас проклинать. Нет, мы уже выше этого. Я хочу сказать, что мы о вас будем плохо думать. И это наши мысли, все соединятся, и тогда вы прогорите. Ваш бизнес упадет, его не будет. Вы просто станете, как визит, ничто, люди вас проклянут, ну нет, а хуже будет. Потому разгородитесь, дайте проход. У вас сколько денег? Хватит намыть нам пляж. Дайте проход к пляжу. И тогда все эти люди скажут вам спасибо. Хозяин, если вы здесь, выйдите к людям, скажите, почему прячетесь? Ведь эти ваши камеры, вы же хозяин, вы будете вырезать. Ну неужели вы боитесь этой кучки людей, которые 10 тысяч, вы их испугались, вы сюда не пришли. Вы прислали женщину-провокатора, которая готовится выступать. Мы не дадим ей слова, нет. А не дадим ей слова. Она, и пусть ей будет стыдно, что она одна прячется вот сзади. Покажите ее по телевизору, вы вырежете это, мы это знаем. Потому, знаете, каждый вечер мы включаем телевизор визит, мы думаем плохо о вас и о вашем бизнесе. Вы меня поддерживаете? Вот так. Мысль – это хуже, чем слово. Мы будем бороться с вами мысленно. Правильно. Так что думайте. Думайте и разгородитесь. Сделать не можете. Мы не варвары. Лично мне нравится Посейдон. Может быть, я буду здесь отдыхать. Рядом. Рядом уже стройка. Это явно, что там будет забор. Намойте пляж. Сделайте проход. Сдайте, чтобы наши внуки и дети нормально здесь отдыхали. И тогда мы только скажем спасибо. Если сейчас хозяин визита и Посейдона выйдет, значит, нас услышали. Если нет, это очередная провокация. Спасибо. Вітаю всіх кремінчижан, що зібрались тут на мітинг сьогодні. Ну, я волі
такої доля така, що я не кременчужанин, але десь 1972 року в морській школі був учасником підводної секції. Так що знаю цю місцину приблизно з того часу, коли ще на ній дерев не було, потім дерева виросли, потім дерева знищили. Ну і прийшлось, вже 4 роки буде, через 3 місяці, як я працюю завідуючим Чорнової станції «Ветеран». От, і прийшлось мені, ну я вам скажу, більше, ніж півроку воювати із паном Мельником за продовження, він був дуже великий противник продовження оренди землі для Чорнової станції. Тут, в общем, скандалів було багато, і на сесіях прийшлось виступати. І якраз вибори були, ходив я на виборчий участок у штаб, від імені якого він в депутати йшов. І, мабуть, завдяки вам, вашому відношенню, мітингам тим, що ми організовували біля міськвиконкому, він туди не попав у міські депутати. Значить, це вже ви оцінили, ну і ми теж трошки його оцінили, добились правдами і неправдами, він всякими старався нам не дати землі, значить, ну на 5 років нам дали. Через 2 роки прийдеться знову цим займатися нам, тому що на 5 років всю оренду нам продовжили. Ну, людина дуже нечистоплотна, я вам скажу. Показував він мені один документ, на якому розказував, що вода його. Ну, є там дуже-дуже цікава фраза. Значить, що видано, оформлено йому землю, значить, декілька сотень, значить, квадратних метрів штучної водойми. Якщо ви ще не знали, що це водойма штучна, це він її вирив, викопав, значить, облагородив і потім орендував. Значить, ну, хто підписав. Значить, Мельник, ну, я просто раніше вже мені приходилось, я вже десь більше 10 років цим займаюся. Глухов підписав ці документи. Та я бачив ці документи, ну так, я знаю, що він не мав права цього робити, тому що вода, вона не віддається в оренду нікому. Це загального користування вода. От, берега можна було трошки. Так що це потім спортив вже він цю воду, яка тут була протока, ви знаєте, як багато води, вода проходила, продувалась, вода, чистіша вода була. Зараз, сьогодні навіть я мельком так почув, що тут не можна робити, по візиту говорили перед тим, як я йшов сюди, що тут не можна пляж робити. Уже він виправдовується навіть перед цим мітингом. Так, вибачте мене, пляжу не можна робити. З воду він споганив тим, що загородив ту протоку. Значить, тепер, а як же ж тоді оця човнова станція, яку він зробив, чи яхт-клуб? Значить, смітник зробив, вода тече з усього міста. Значить, хтось із них бреше. Чи він, що тут вода погана, чи наша санепідемстанція, що тут вода гарна, раз цю воду зливають у Дніпро. Да? Тут якась у них нестиковка йде. Значить, ну що я? Що ми? Люди дуже настурбовані, у нас десь порядка 160-150 членів нашого кооператива, що по рішенню сесії міської, це вже двохрічної давності, вже трьохрічної майже давності, значить, не менше 60 членів кооперативу нашого учасників льготних категорій, це пенсіонери, учасники війни, у нас ще є 4 учасники Другої світової війни, в одного 4 медалі за відвагу. Значить, уявляєте, які в нас ще люди є. Значить, ну, так що і учасники чорнобильці, інваліди, всяких-всяких. У нас таких 60 чоловік є. Так що, ну, боротись нам прийдеться. Може, навіть із вашої допомоги. Тоді нам допомагала, і вибачте, я не для реклами, вже це не потрібно. «Свобода» нам допомагала з прапорами, під міськвиконкомом. Тікав він, значить, Мельник оббігав з тила заскочив туди, тільки побачили його. Ну, будемо боротись разом з вами. Давайте
боротися за цей прекрасний куточок. І дітвору, і хлопці, ви знаєте, як подивитись, отут підхід до води залишився через оцю трубу, через яку тече, ви знаєте самі що. Значить, як підходять люди, дітвора стоїть по коліна в воді у цій, вибачте, кака там тече, стоїть, ловлять ту рибинку, а тут загрожений такий кусок дороги, кусок пляжа, кусок берега, що треба боротись. Що від нас залежить? Дякуємо. Олександр Зосименко. Ви знаєте, що подібна проблема була і в човнової станції «Нептун». Деякі люди хотіли забрати її, побудувати, можливо, щось подібне. Але в них все вийшло, вони боролися і перемогли. І сьогодні тут з нами представник човнової станції «Нептун» Ольга Остапець. Запрошуємо її. Добрий день, уважаемые кременчужане, жители Щемиловки и Реевки. Я хочу вам сказать, что у нас была аналогичная ситуация. В течение 2 лет мы боролись за кооператив «Нептун», это тоже лодочная станция, которая находится на берегу Днепра. Там очень хорошее место. Но 2 года назад был рейдерский захват. Значит, рейдеры захватили это предприятие, которое строилось без них, которое не имеют эти люди к этому предприятию совершенно никакого отношения. Эта земля была выделена именно на берегу Днепра, красочное место для лодочников, для людей, которые имеют лодки, которые хотели отдыхать семьями, ловить рыбу на берегу Днепра, ездить со своими внуками, детьми. То же самое касается и сейчас этого же берега. Но те люди, которые захватили именно это предприятие, подняли сумасшедшую цену на охрану лодок, и люди начали потихоньку уходить оттуда, забирать лодки и переходить на другие станции, где им доступно по цене. Значит, таким образом они хотели, чтобы просто люди не поднимали, вот именно такие они создавали митинги, чтобы не обратили внимания, и втихаря просто люди, лодочники, которые просто хотели отдыхать, хотели, чтобы они ушли с этой территории и, естественно, забрать всю эту территорию и построить, ну, наподобие, наверное, такого же комплекса развожального, но для себя любимых, потому что мы воевали не только с этими людьми, которые забрали рейдерским захватом это предприятие, мы воевали еще и с власть имущими, извините, с народным депутатом Олегом Надошей, который нам препятствовал полностью, уже, извините, уже не, но 2 года он действительно нам очень тяжело мы шли, у нас были угрозы, правоохранительные органы мы обращались сколько раз, никто даже не реагировал на это, там шло мошенничество, воровство, грабеж. На данном этапе сейчас тот же самый берег Днепра, который, тот участок, который людям был предназначен, он сейчас за эти 2 года, пока мы его отвоевывали, сейчас, как сказал начальник лодочной станции, ветеран действительно превратился в сметник. Понимаете, они просто хотели все там свернуть и построить для себя любимых. Мы воевали. Я что хочу сказать? Мы воевали 2 года. Мы прошли от районных судов до харьковских судов. Мы шли от нашей милиции, мы ходили и ездили в Генеральную прокуратуру. Мы обращались к в администрацию президента. Вы знаете, мы отстояли. На сегодняшний день у нас такая ситуация. Мы действительно отстояли все это. И отстояли тех же самых лодочников, которые не должны страдать. То же самое происходит сейчас с этим ветераном. Люди добрые, не дайте, чтобы вас оттеснили. Чтобы именно ваши дети отдыхали здесь. Это будущее, это природа, это ваши ресурсы. Не имеют права они у вас это отнимать. Не имеют права они вас этого лишать. Не давайте им возможности всю эту территорию забрать. Я вас призываю к тому, что боритесь, вы поборете, потому что я тому живой пример. Мы 2 года воевали, но мы отвоевали.
Я желаю вам не сдаваться. Я желаю вам, чтобы вы с вашими детьми, с вашими внуками пришли на этот берег Днепра и свободно отдыхали, независимо от того, что сейчас будут говорить эти люди, которые закрылись за забором. Люди, боритесь. Я желаю вам только счастья, удачи. У вас это все получится. Спасибо.